Дорожная техника уже второй день задействована в работах по благоустройству дворовых территорий в микрорайоне БАМ на улице Харитона Плиева. За годы эксплуатации дорожное полотно износилось и давно нуждалось в ремонте. Жители многоквартирных домов неоднократно жаловались на пыль, грязь и многочисленные ямы. С состоянием придомовых территорий ранее ознакомился президент. Тогда Алан Гогоев заверил, что здесь в самое ближайшее время приступят к ремонтным работам. Сейчас на объекте полным ходом работает спецтехника. Первым этапом рабочие бригады снимают верхний слой грунта. А жильцы многоэтажек наблюдают за процессом преображения своих дворов. Президент поручил рота, что мы будем двуртам равналам. Но равналтам уже вим кама. И рта корпуса раз, уй валлок сахар разам, мы же даллок сахтар разам, мы обоз керам, бо мы каше баша байда ауша сахтар разам. При разработке проекта благоустройства дворовых территорий в первую очередь учитывались мнения и пожелания жителей. В проект реконструкции внесено обустройство ливневых канализаций, а вместо гаражей появятся зеленые зоны. Детские площадки, дарджи штурбинацуема, гараж тадарсичести, ульдар. Дорожные службы готовы приложить максимум усилий, чтобы в сжатые сроки завершить ремонтные работы. После дворы приобретут ухоженный вид. А задача жильцов – поддерживать чистоту и порядок, заключил председатель комитета по эксплуатации и строительству автомобильных дорог Алан Габараев. Анжела Кукоева, Азамат Куцев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня.